Всем привет! Сегодня сделал очередной, второй шаг на дороге к жиму гири на ладони, сидя на полу. Как я уже говорил, к максимальному результату. Но пока моя цель пожать таким образом 3,5 пуда, что равно 57,3 килограмма. Ради разнообразия я решил немного отдохнуть о гирь, пожать на полу камень. Этот камень, я его назвал каравай, мне в принципе с ним нравится тренироваться, он достаточно сложен для подъемов, ровный, гладкий, круглый. Несколько видео с различными жимами с ним я уже выкладывал. А сейчас решил его пожать на ладони, сидя на полу, и решил немножко усложнить себе жизнь, пожать его вертикально. Напоминаю, что вес камня 43 килограмма, и вес очень удобен для тех рабочих подходов и повторов, которые я планирую на данном этапе подготовки к жиму гири на ладони. Всего я сделал 4 подхода, получилось 5-4 и 5-5. То есть в первом походе на 5 раз, во втором на 4, мог бы на 5, но не пошло. А в третьем и четвертом сделал на 5 раз, то есть я сделал, общая сумма у меня 19 раз. Если бы я не сделал ошибку во втором подходе, я бы, наверное, сделал бы 20 раз. Это был бы, в общем-то, очень неплохой результат для такого жима. Это у меня были рабочие подходы. До этого я разминался просто с жимом гири на ладони. А рабочие подходы уже сделал с камнем. 4 рабочих подхода. На следующей жимовой тренировке, которая будет направлена на жим гири на ладони, пока мне сложно сказать, что я буду делать. Все будет зависеть от моего самочувствия и настроения. Там видно будет. На этом все. Всем удачи. Тренируйтесь и без травм.